Посевная кампания в этом году в Хакасии идет тяжело. На сегодня засеяно чуть больше трети плановых площадей, так как в прошлом году на эту же дату сев был завершен практически на 60% земель. Аграриям мешает погода, однако оптимизма они не теряют. Оптимальные сроки еще не упущены. Из Бийского района Виктор Лушников. Сельхозпредприятия Хакасии, в которых завершен яровой сев, можно пересчитать по пальцам одной руки. В основном это относительно небольшие фермерские хозяйства Бейского района. В остальных предприятиях весенний полевой сезон в самом разгаре. Вмешалась погода. Частые дожди не позволяют технике работать в полную силу. В Орджоникидзевском и Ширинском районах вообще лежит снег. На сегодня зерновые размещены на 38 тысячах гектаров. Это примерно треть от плана. Техника, семена и топливо есть. Едва поля подсохнут, сельчане сразу же выгоняют на них машины. В обществе «Агросиб» Бейского района это современные украинские посевные агрегаты. Агрегат современный, новый, 2005 года. Вроде не подводят пока. Чаще капризничает старенький зернопогрузчик. Вот и сегодня он сломался. Необходимые запчасти уже закуплены, и к утру он встанет в строй. В другой ситуации с севом бы повременили, но не сейчас, когда дурак буквально каждый погожий час. Поэтому сеялки заправляли по старинке вручную. Все семена, кроме кукурузы, свои. Через два дня ячмень заканчиваем. Будет в общей сложности 700 гектар посеяно. А другие культуры? Другие культуры будет кукурузы, у нас 500 гектар. И овес остальное. В «Агросибе» зерновые сеют на фураж, кормят дойное стадо. Посевных площадей около 2,5 тысяч гектаров. Столько же, сколько было в прошлом году. Получают от государства кредиты. Чуть меньше миллиона рублей за каждую тысячу гектаров. Всего по Хакасии через Минсельхоз весной будет выдано 90 миллионов рублей. Средства из федерального и республиканского бюджетов на счетах есть. Виктор Лушников, Владимир Филипповский, «Вести Хакасия».